Всем привет! Вы на канале Люцийка. Сегодня будем играть в игру «Обычный лифт». Но перед этим хочу похвастаться. У нас уже 100 подписчиков. Спасибо, что вы с нами. Начинаем игру. Вот Люцийка зашла в лифт. И что тут? Ой, какая кошечка! Ой, какой котенок! Что он мяукает? Что он поет? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Еще и на гитаре играет эта кошечка. Еще и бегает на задних лапках. Ну настоящий рок-н-ролл пошел. Да. Да, вот это веселый котик попался. А сейчас что нас будет ожидать в этом лифте? О, какой-то зеленоголовый идет к нам. В красном костюме. Ребята, что он будет делать? Он хороший или он плохой? А ну, встречаем его. Привет, чувак. А ты чё? Не поздоровался. Кто ты такой? А ну, иди постой в угол. Мы тебя там сейчас поставим, сдвинем в угол. И будешь стоять в углу. Все, хорошо стоишь? Вот, отлично. Стой там и никому не мешай. А то нас здесь с этажа на этаж бросает, и что-то интересное нас ждет на каждом этаже. О! А кто это? Металлические солдатики, рыцари! Так, мы сейчас будем с ними сражаться. Достаем меч. Люцийка достала меч. Вау! Разрубила одного. Все, мы их победили. Нет, вон они опять воскресились. А, черт, их много было, Люцийку сразу они чикнули. Так, Люцийка воскресилась, и сейчас мы опять окажемся в этом лифте. Они сюда бегут, эти рыцари, прячься, ребята, прячься. Ой, одному не повезло, не успел он спрятаться, и его разрубили. Так, едем дальше на лифте. Так, на какой этаж сейчас нас забросит? О, темно. Печеньки. Печеньки. Вау. Вкусные печеньки. И Люцийка прыгает под веселую музыку. Что там еще? Челюсти с печеньком вертятся по кругу. Да. Все танцуют, все радуются. Печеньки. Зубные протезы вертятся по кругу. Да, вот это был лифт, вот это был этаж. Так, что нас на следующем этаже ждет? Выходим. Это коровы или бычки, непонятно. Да, они еще двигаются, на них постоять можно. А ну сейчас к забору, а ну забор сейчас, может быть сейчас запрыгнем на забор, что там интересного за этим забором. Горы, речка, вау, как классно лететь. Ох, супер. Так, а мы в лифт возьмем с собой корову? А, молочка нам будет давать. Давай, коровка, залазь в лифт, залазь. Не хочет залазить в лифт. Так, опять в лифте мы. Опять в лифте все мы. Что дальше будет? Какой там этаж будет? Так, что это? Какой-то дядька говорит нам что-то. Что он интересного нам рассказывает на английском языке? Ой, это что, привидение? Молнии сверкают, гром гремит. Привидения какие-то были. Куда они исчезли? Звездное небо настало. Все в звездах. И что? Это что? Кто-то писает? Кто-то в лифте надзюрил? Ах ты, мальчик говнюк! Пока потемнело, так ты тут решил в лифте испортить нам весь лифт. О! Опять портишь? О, наконец-то перестал. Что это? Что это? Скелетики! Скелетики! Один из них к нам идет. Ребята, берегись! Что он, в лифте с нами? Вау! Он к нам в лифт пришел! А ну давай его к зеленому сейчас в угол поставим, чтобы он и там с ним стоял и не мешал нам.
Так, стоит, отлично. Так. Кто смеется? Кто смеется? Это склетик смеется. Поставили в угол, он смеется, этот склетик. О, кто это? Это веселые бананы. Бананы танцуют с пончиками. О, все танцуют, всем весело. Бэм 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 бэм. Все, пока, бананы. Пока-пока. Так, что там дальше? Палатка? Сверчки? Это лес. В лесу палатка стоит. Что-то там свет горит в палатке. Сова укает. Кто-то зашел в палатку. Кто там? Ой, блин, кровь в палатке. И что там происходит в палатке? А, идет нам с ножиком, пыльнул. Блин, прямо в мальчика попал. Прямо в нос попал мальчику. Вот, блин. И второй мальчик порезался. А этот почему за это самое в таком положении оказался? Боже мой, ему лифт голову закрыл. Зажал. Блин, он же сейчас не вытерпит. Он сейчас поедет, и голова у него отпадет. Эх ты, колобок, чё ж ты так голову подставил? Нельзя так голову подставлять. Эх, дружище, кажется, тебе все. Точно. Без головы остался. Лифт поехал, и он остался без головы. А ты что, зелененький, здесь делаешь? Улыбаешься, да? Довольный? Фу! Боже мой, ты нас обрыгал. Фу, стошнило тебя прямо в лифт. Ну, не мог туда подойти, куда-то в угол, и там где-то мусорный бак это все сделать. Прямо весь лифт. Фу, кошмар какой-то. Еще и бекает-мекает. Беки-меки. Ладно, едем дальше. Что там? Ух ты, светло как стало в лифте. И что там? Мальчик стоит. На этих, на железнодорожных путях мальчик стоит. И что он там делает? Так, нельзя же стоять на железе. А, поезд, поезд, текаем, поезд. Вау, лисейка еле-еле отскочила в сторону. Ой, как классно. Вот что значит, нельзя стоять на рельсах маленьким деткам. Нельзя. Так, едем дальше. Какой там этаж? Вот, открываемся, и что? О, это похоже на номер в пятизвездочном отеле. Модный стиль, хай-тек называется. Да, стиль минимализм, ничего нету, ни обоев, ни потолка подвесного, все так современненько. Кровать такая мягенькая, да, стены такие серые, ну очень современно, очень стильно, круто, класс. Так, а что там еще? Еще одна кровать, да? Тумбочка стоит. Ах, черт, блин. О, пришел кто-то с этого отеля. Консьерж пришел с отеля. Эх ты, блин. Мы так и не смогли переночевать в этом красивейшем отеле. Ладно, едем дальше, ребята. Поехали. Так, ну что, открываемся. Вау, баскетбол. Баскетбол, а ну, бросок. Ой, не попала Люцейка. Так, мячик, берем мячик. Еще один подходит. Давай, прыгаем, бросок. Нет, в угол попало. Дальше берем опять мячик. Еще подбегаем. Еще, давай, прыжок, бросок. Не, ничего не получилось. Опять не попало. Все бегают с мячом, и никто не забивает. Ну ладно, поедем дальше. Едем дальше. Так, что там интересное нас ждет? Ух ты! Ой, как быстренько бежит! Вау! Ой, как быстро! Перелет! Боже мой, как быстро! Не успеваешь отреагировать! Перелет! Опять в воду попала лисейка! Ну, сосредоточься! Ну, что ж такое? Такие высокие длинные прыжки! Опять утонула лисейка! Давай, давай! Сосредоточься!
Так быстро бегает, кошмар. Давай, давай, чуть-чуть. О, да, последний листик остался. Эх ты, не допрыгнула Люцейка. Ну, еще одна попытка. Опять утонули. Давай, давай, бегаем, бегаем, прыгаем. Еще, давай. Аккуратненько. Ой, блин, опять не попали. Так, бегаем, бегаем, да. Прыжок, еще один прыжок. Да, на зеленый воду. Да, ой, чуть-чуть допрыгнула бы этого входа. Ну, еще сосредоточься, давай, последняя попытка, уже времени мало осталось. Отлично, замечательно. О, мы попали наверх, класс, какой-то факел горит. А что там дальше? Лава красная, ох, блин, прямо в лаву попала Люцика. Ну все, времени не хватит, мы уезжаем на следующий этаж. Так, что там на следующем этаже нас ждет? Да, открываем, ух ты, какой-то двор. Что это? Смерч какой-то, что-то с неба падает. То ли летающие... А, это акулы какие-то с неба падают. Рыба. Акула, смотри, какие зубы у нее. Боже мой, металлические. Ах, акула прямо Люцику в рот себе затащила. Ай, все, она ее скушала, эта летающая акула. Ну все. Так, сейчас воскресимся. И обратно в лифт заходим. Да. Так, зашли, двери лифта закрываются. И что? И акула в лифте. Оу. Так, ну ладно, едем дальше. А что это за зеленый человечек? На Деда Мороза похож, на Санта-Клауса похож. В шапке с карамелькой стоит. Огоньки желтые внизу. Что-то он рассказывает интересное. Может, подарки нам сейчас даст? Люцика любит подарки, да? О, класс, сейчас колесо покрутилось. Давай подарки, давай, давай. Я люблю подарки, конфеты я люблю. Ты Дед Мороз, добрый, хороший. А что это? О, хороший подарочек. Ну, подарочек так подарочек. Не ожидал я такого Деда Мороза, такой подарочек. Злой Дед Мороз попался. Да, себе бы такой подарочек на Новый год. Так, а что это, что это? Горка, горка. Оу, на язык попали, прямо в рот человечку. Хопа. Куда это мы попали? В желудок, наверное, попали. В кишечник, а это... А это откуда мы выпили? И почему вы коричневого цвета? Ребят! Это кем мы стали коричневыми? И откуда мы выпали? Это что, мы маленькие какульки стали? Какашечки? И сейчас мы обратно в рот попали этому человечку. Еще и пукает человечек. Ну, выпукал Люцику. И получилась шоколадная Люцика. Да? Как в той песне. Я шоколадный заяц, ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о. Так тут я не шоколадный заяц, тут я какульковый заяц. Тут я... В лифте куча какашечек стоит, двигается и прыгает. Да, ребята, не ожидал, что нас сделали вот какашками. Так, ну что, какашки, смотрим телевизор? Что там телевизор? Страшилка какая-то, наверное, да? Сейчас, наверное, с этого экрана кто-то выйдет. Какой-то чувак выйдет. Не, никого нету. Да, ерунда. Чё, свет погас? Чё свет погас? Что случилось? Почему света нет? Какое страшное привидение. Испугался. Да, мальчика и Люцику сильно испугал. Ладно, едем дальше. Ну, хоть Люцика уже не какашка. Так, а что это? Лифт? Ой, у нас лифт это самое. Мы в лифте. Лифт падает, и мы там должны удержаться. И мы не должны выпасть с этого лифта. Там дверь открытая, Люцика не должна выпасть. Ну, ходим, ходим, ходим. Выпали все-таки. Люцика выпала с лифта. Опять?
А, нет, вон наш лифт, который вон вертится, кружится, с него нельзя выпадать. Ну все, теперь мы в нормальном лифте, дверь закрывается, и мы едем дальше. Так, что нам дальше ждет? Интересное и веселое. А ну, дверь, открывайся. Что там? Так, мальчик, печенька кушаешь? Тебя раздуло от печенька. Вот говорят, сладости нельзя много детям кушать, потому что они потом вот такими круглышами становятся. Да, пусть затиками становятся. А что там? Космос! Смотрите, созвездие! Андромеды! Космос! Засасывает, черная дыра нас засасывает, и мы улетаем медленно и медленно, улетаем в бездну! Вау, как красивый космос нам показали. Так, едем дальше. Что это? Опять лес? Не, забор какой-то. Забор с этими электрическими натянутыми проводами. И искры в проводах, что-то там повредились. Забор прогнулся. Что там вылезет сейчас к нам? Идет, шаги раздаются. Что это? Похоже... Ой, это динозавр большой. Ой, Люцейку схватил динозавр. В рот прямо она ему попала. И скушал ее. Сегодня вы были на канале Люцейка. Чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик. Всего хорошего всем. Всем пока-пока.